Строительство первой очереди объекта уже на стадии завершения. Здесь будут располагаться научные и образовательные организации, опытное производство и испытательный полигон. Всего комплекс занимает 17 гектаров. Уже в июле на службу должны заступить 4 научные роты. Это около 200 специалистов. Для военных здесь создали все условия. Сотрудников обеспечат жильем. Штат Технополиса уже укомплектован на 100%. Министр обороны отметил, что все строительные работы ведутся согласно графику. Откроется эра уже этой осенью. А на полную рабочую мощность Технополис выйдет в 2020 году.